Привет, зритель! Приглашаю тебя на вечернюю дискотеку или на пижамную вечеринку или на предрождественский АСМР. Выбирай, чего уж. Решила, что лучше записать на микрофон пушку. Ну, если что, можно потом сделать какой-нибудь подобный АСМР уже в гарнитуре с микрофоном. Или вообще какой-нибудь АСМР просто на пятиканальный микрофон камеры. С одной стороны, да. Красиво. С другой стороны, ну, у меня там не слишком пышные волосы. Я сейчас сделала. И вот это точно.
Короче, я не очень представляю, что именно с дочком надо делать, поэтому, если что, просто в комментах напишите. И я постараюсь до того, как уберу елку. Но я думаю, что, может, после старого Нового года ее уберу. После до этого момента записать еще какой-нибудь ASMR с дочком именно так, как вам будет нравиться. Вообще оно было слегка по-другому, но я наклонилась над кошкой, и оно все нахрен упало. Вернем эту штуку пока сюда. Ой, щекотно. Значит, не вернем. Ни судьба, не вернем. Да, вот тут проволочка. Проволочка горилась, заточек с нее свалился. Я думаю, эту штуку тоже в свое время покрыла кошка. Потому что как бы до этого она была в порядке. Делала стрим с обзором подарков. Главное сейчас не чихнуть, а то я тут к носу поднесла и как начала чихать. Изначально он одно время был на елочке, но потом я подумала, что как бы он очень сильно завешивает елочку, и эти фонарики сквозь него не прорастают. И сняла, и они у меня лежали там на обезьянках. Вот, вообще, еще чуть-чуть потянешь за веревочку, и дочек свалится. Он уже свалился. Правда, с другой стороны. Некачественный дочек, что это нафиг такой? За один дочек я отдала 70 рублей, за другой 20. Не помню, какой сколько стоил. Поэтому не сказать, какой менее качественный. Но тут я сама сняла, тащила. Специально сама сняла дочек. Вообще там еще дощинка есть, другого немножко цвета, более фиолетово, холодная, на самой елке. Судя по тому, как пишет ползунок микрофона, никогда я вот сейчас об этом говорю, но тоже пишет, а когда я щупаю вот эту фигню рукой кверху, то его все-таки слышно в микрофон.
что не разобьется, но мало ли чего. В общем, у меня было желание, чтобы кто-то пришел и что-то положил под елочку мне. Но никто пока не пришел, точнее, кто-то приходил, но под елочку пока ничего еще не положили. Обычно отдавали в лапы лично. Положите мне что-нибудь под елочку или нарисуйте елочку. И нарисуйте там что-то и напишите: Лёля, это идея под елочку. И можете скинуть мне какое-нибудь личное сообщение куда-нибудь, куда вот эту картинку можно прикрепить. Ну и тоже потом дайте знать, как вам с таким светом под елочкой, потому что, в принципе, можно вообще выключить, но тогда будет совсем темно.
мешочку от Деда Мороза, которого уже как бы нет. Но мешочек есть с этими подарками. Своими зубами, когтями, потому что
собачий хвост. А сейчас кошка долбится в дверь. Ей там скучно, и она понимает, что здесь есть что-то, что можно похулиганить. Но ее не пускают. Следующий СМР я запишу уже с игрушками стеклянными, советскими. Буду по ним стучать пальцами или ногтями. И друг на друга их тоже буду аккуратно долбить. И вообще, ну как-то их шуршать. И мне все равно их надо будет куда-то переложить и разобрать. И посмотреть, что у меня там за игрушки остались. И если что, зритель, может быть, если тебя устроит, так я могу это не только лицом, допустим, сидеть в камеру и шуршать, но еще и направлять просто камеру, потом опустить чисто на руки. На руки и на игрушки. Доброй ночи. Ну или какой-нибудь еще ночи, сладкий.
крепких снов. Пиши свое негодуя под этим роликом, если оно есть. Или пиши свое котуя. Ну, в смысле, вау, Лёля, какое крутое СМР, спасибо. Тоже пиши. Почитаю идеи другие. И постараюсь ответить по возможности на комменты. Если, особенно если будут вопросы. Всем спасибо, спасибо.